Всем привет, ребята, вы на канале ТНТ Фокс. Сегодня решил повзрывать для вас классных петард. Взял вот такую пулеметную ленту, вашу любимую, на 100 выстрелов от Феерии. Вот различные мощные петарды, косары 3, 4, на 2, 3, 5 взрывов. Свистульки взял, вот. И также бонус этого видео, такая мега большая петарда мощная. Будем проверять. Что ж, давайте начнем, как всегда, с мелочи. Так, возьму. Так, установим камеру. Буду бросать поближе, чтобы был хороший звук. Есть. Так, следующий. Вот такой корсар. Третий. Слабенький. Так, дальше корсар третий на 2 взрыва. Есть второй взрыв, рядышком взорвался, не громко. Так, дальше вот такая длинная петарда, корсар третий на 5 взрывов. Да, ребята, действительно было 5 взрывов. Только очень медленно. Так, есть еще одна такая же. Давайте ее установим вот так. Поджигаем. Да, ребята, здесь было 4 взрыва. Так, дальше возьмем вот различные жуки, розочки, повзрываем. Так, жук на 2 взрыва. Есть 2 взрыва. Так, дальше вот такой жук. Мощь. Так, следующая вот такая спецроза. Эффект от золотого дракона. Так, не крутилась розочка. Дальше будет вот такая роза от Joker Fireworks. Вот, роза. Так, давайте дальше взрывать. Так, есть розочка. Дальше взрываем Канал 4. Освободим заглушку. Мощная. Так, следующий будет вот такой треугольник. Ну, фокус. Вот, давайте его поджигать. Есть взрыв. Так, дальше крекинг-болл.
Блин, ветер дует. Есть взрыв. Так, следующий ТЦ-2 видеомейкер. Так, муж. Дальше проверим Thunder King и К-1000. Так, первый пойдет Thunder King. Отличный мощный взрыв. Дальше К-1000. Друзья, напишите в комментарии, какая петарда вам больше понравилась, какая была мощнее. Так, дальше будут вот такие свистульки. Так, давайте возьму штатив. Вот так их поустанавливаю. И буду поджигать по одной. Блин, ветер дует. Так, не сработала первая свистулька. Пойдет вторая. Да что же это такое? Не хотят свистульки срабатывать. Давайте наконец третью. Может, это сработает. Так, есть. Хоть одна полетела. И то хорошо. Так. Вот, установили камеру. Берем дальше петарды. Бахнем вот такую розу. С треском. Ерия. Так. Смотрим дальше, что тут осталось. Так, есть. Еще вот такие. Вот такой скрин. Так. Нужно открыть фитиль. Вот. Так, давайте установим штатив немного здесь. Вот так. Жесть, ребята. Мощный взрыв был. Так, берем следующие петарды, какие остались. Вот так. Smoke Scream 5002. Смотрим дымок. Также напишите в комменты, какая из них была мощнее. Следующая петарда. Так, освобождаем заглушку. Петарда К-03. Так, отлично. Что ж, ребятки, думаю, чтобы не затягивать ролик надолго, взорву вот такую мощную петарду сразу, а то всем уже прям хочется. Что ж, так, установим ее вот так, вот, поджигаем, устанавливаем штатив, или давайте, да, установим штатив, и можно смотреть.
О да, ребята. Это был просто мега взрыв. Вот столько фантиков из бумаги здесь осталось. Разнесло петарду. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал. Обязательно подписывайтесь, кто еще не подписан. Подписывайтесь на второй канал. Ссылочку оставлю здесь. На втором канале будут выходить различные эксперименты, не только с пиротехникой, но вообще разные. Также предлагайте, какие видео еще снять. Брать такие петарды мощные, как сегодня были, или нет. Понравилась вам эта мощная петарда в конце? Мне очень понравилось. Смотрите здесь 4 видео. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. С вами был ТНТ Фокс.